kažemo vas u sali i Rusa 300 miliona. A kad dođe još publika, bit će i više od 300 miliona. Znači, ja očekujem večeras, kao i do sada, na ranijim koncertima, da pokažete najbolje što znate, a ja sam uverena u to da će to biti tako, jer kad stanete na ovu scenu ovde Ruskog doma, onda vam je najpozitivnija energija i onda pokazujete ono najbolje što ste pripremili za večeras. Za goste, za vaše roditelje i sve koji budu u sali. Hoću odmah da vam kažem da će večeras biti predstavnik Ruske ambasade koji će vam se obratiti na kraju koncerta. Biće predstavnik Ruskog doma, a prvi put Ruski dom će uručiti na kraju koncerta i zahvalice svim učesnicima koncerta, znači školama i KUD-u koji večeras učestvuju ovde, što mislim da je zaista jedno lepo priznanje za ono što ste vi pripremili večeras. Da biste dobili i zaslužili tu zahvalicu, a prošli put sam rekla vašim nastavnicima, mada su vam to preneli, da vas pohvale vas koji ste... Večeras nas je po treći put u ovoj predivnoj sali Ruskog doma okupila ljubav prema Rusiji, ruskom jeziku, ruskoj književnosti i umetnosti. Broj učesnika na sceni i prisutnih u sali govori koliko je ta ljubav velika i neraskidiva. Ove emocije ćemo podeliti sa vama pesmom, igrom, stihovima ruskih velikana. Ali večeras sa nama su i naši drugovi iz škola u kojima se ne uči ruski jezik, a poželjaju se da iskažu svoju ljubav. To su osnovne škole Lazar Sabatić, Starin Novak, Vojvoda Mišić, kao i naši gosti KUD Vojvoda Katić iz Mladenovca i osnovna škola Sveti Sava iz Stajićeva. Svi zajedno ćemo pročitati kroz Rusiju, jer ne možeš Rusiju da shvatiš šumom, biti izmeritašinom uopšte znati, biti osobita Rusija u tom što nju možeš samo verovati, kako je napisao poznati ruski pesnik Tjuče. Хочу еще раз всех вас поприветствовать и пожелать вам приятно провести вечер с нами. На сцену приглашается Кирша Кирилл Викторович, атташе по культуре в посольстве Российской Федерации в Сербии. Vaše dece, to će pokazati i dokazati. A deci, ja želim najpre
uspjeha, proučavam mnogo uspjeha i sreće proučavanja ruskog jezika i ruske kulture. Hvala vama. Thank you.
Чемодан. Саквояж. Картину. Корзину. Картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 сделаны квитанции о том, что получим багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи лежат на перроне. Кидают в открытый вагон. Готово! Уложим багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но как только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоят у колес. Огромный, взерешенный пес. Поймали его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Поехали в город Житомир. Носичка 15 номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а дама-то как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула на чемодан, ногой пихнула диван, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, гражданка, на станции, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку, маленькую собачонку. Однако пути собака могла подрасти. Thank you.
там затрепетал. Рассказать, что лес проснулся, вес проснулся, веткой каждой, каждой птице встрепенулся, и весенней полон жаждой. Рассказать, что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что это всюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Thank you.
еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением оказаться. Но вы к моей несчастной доле, хоть с каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я мчаться тело. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, когда под одежду я имела. Под светом, под светелью раз, деревня наша видит вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить. И потом все думать, думать об одном и день, и ночь, до новой встречи. Но, говорят вины людям, души деревни все скучно. А мы ничем мы не блестим, хоть умирали простодушно. Зачем вы посетили нас? Уж из забытого селения я никогда не знала вас, не знала горького мучения. Души неопытное волнение. Смирив со временем, как знать. По сердцу нашла бы друга, была бы верная супруга, добродетельная мать. Другой? Нет, никому на свете не дала бы сердца я, то вышним суждено совете. Тут воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свиданием верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях не являлся, незримый ты мне был уж мыл. Твой чувство от тебя меня отмыл, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон, ты чувства шаря не узнала, вся болела, забыла в мыслях мобиль. Вот он. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, молча гибнуть я должна. Я жду тебя, я диким взором надежды сердца оживы, и сон тяжелый перерыв, увы, заслуженный. Кончаю, страшно перед честью, стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело я себя влияю.
You know.